Всем привет! Сегодняшний обзор у нас по опять шведской винтовке, но по более простой, нежели импакты, крауны и прочие современные модели. Это FX Streamline. Как мы видим, выполнена в классическом ложе. Винтовка это прямой конкурент винтовки Weyrauch HW100, которая уже стала классикой, немецкая винтовка, очень точная. Здесь все, в принципе, то же самое, за исключением того, что стволы фирменные Smooth Twist, гладкотвистовые FX, больше их никто не производит, то есть по точности она даже может быть конкурировать с Weyrauch, может. Ствол здесь длинный, максимально длинный, 600 мм. Есть настройки мощности, есть барабанчик, который позволяет вам в трех режимах регулировать мощность, то есть самая слабая, средняя и максимальная, на которой сейчас, собственно, все выставлено. Вот. Помимо этого, что можно сказать про эту винтовку? Это винтовка в калибре 6.35. Weyrauch, который, соответственно, конкурент, он не бывает в калибре 6.35. Барабанчики типа мародер, вот, собственно, ну, такие, как у всех FX-ов простых. У Weyrauch другие барабанчики, у него именно барабаны, то есть металлические. Вот, биатлонная скоба очень удобная. Установлен сейчас прицел Маркул с кратностью до 24. Отстреляем ее на полтинник в ветреную солнечную погоду на карантине. Вот. А сейчас мы ее возьмем и выстрелим в хронограф. Посмотрим рабочие скорости. 273,8. 271,3. Хорошие скорости для точной стрельбы. Также для сравнения я хочу показать винтовку английского производства. Это The Estate Regal. Вот, как мы видим, ствол на 10 сантиметров короче примерно. Пули закончились. Ставим на предохранитель на всякий случай и идем смотреть, чего у нас получилось. Получилось все прекрасно. Как я и говорил, прямой конкурент Weyrauch и прямой конкурент Weyrauch по точности. То есть здесь, наверное, порядка, ну, если без разрывов, сантиметр, может быть, чуть больше. И здесь на остаток пуль тоже, если без разрывов, порядка полутора-двух сантиметров все-таки, наверное. Но опять-таки ветер. Погодные условия не очень. Вот, то есть шведские винтовки FX Streamline предыдущих моделей простые имеют место быть, как мы видим, в спортивном эквиваленте. А такие винтовки продаются только в Охотника.нет. Покупаем.